В Азербайджане будет создана ассоциация переработчиков золота. Она сыграет роль моста между государством и бизнесом. Перспективы развития ювелирного рынка, проблемы и возможности. В рамках этого мероприятия принят ряд важных решений. Создание рабочей группы, которая будет координировать сферу переработки золота. Снижение пошлин, чтобы привлечь инвесторов. По словам министра экономики страны Микаэла Джабарова, развитие горнодобывающей промышленности является важной частью диверсификации экономики. Последние годы Азербайджан добился значительных успехов в области золотодобычи. Это стало возможно благодаря проводимым правительством реформам. Азербайджан имеет исторические традиции в ювелирной сфере. В различных районах страны имеется большой потенциал в сфере добычи драгоценных металлов. Развитие отрасли происходит и благодаря созданию закрытого акционерного общества «Азерголд». Увеличилась добыча золота, началась добыча на новых месторождениях. Сегодня в ненефтяном секторе «Азерголд» является одним из ведущих экспортеров. Радует, что в данной отрасли развиваются и частные предприятия.